Так, два. И левый портал. Левый. Не знаю, 180 они... градусов. Обратно, обратно. За порталом, за порталом. А, за порталом, понял. Нет, не через портал. Я понял, понял. Жесть, они запихнули, конечно, вот сюда. Но это образец, а где... Ну, сейчас вниз спускаемся. Теперь спустись вниз. Ага. Ну, подай мне теперь. Ищем Нес тогда. Пошли. Сейчас пошли направо. Ну, в портал, да, мы идем? Я не знаю, он точно тут, я вообще не понимаю. Ну тут датчик тоже был. Ну, может, вот такой... датчик есть здесь. Может такой же датчик, что и в предыдущий раз. Это точно квест? Блин, а что если нам надо все их собирать, чтобы, блин, засчиталось? Ну, подожди, тебе кто сказал про этот квест, что тут? Он это делал? Нет, ты не понял. Нам, походу, надо все эти датчики собрать, чтобы у нас появилась эта дичь. Где-то. Ты уверен? Ну, а как еще? Давай сейчас посмотрим, где он тут. Ну, он тут в одной из комнат, я думаю. Датчик показывает, что он прям здесь должен быть. Вот прям на мне. Ну, посмотри в комнате, есть ли тут. Короче, можете не верить, просто закройте этот сундук, говорят. Ну, давай закроем. Хиома 59. Так, чё? Вызывает всех сирот. Появился, штаб, да? Из варианта гамма, мира с розовым... А, ага. Я здесь с Шимом 33 и двумя хиомами. Забрал? Одна, 27. Да. Ну, то есть нам тут просто надо два сундука перед этим открыть, да? Если вы ищете себе местечко, мы его привезем. Залететь сюда, убить давайте этого босса и рядом с ним забрать эту хрень. Да. Окей. Все, пойдем тогда. Ну да. С-008 где-то. Ага, вот все, появился. Не ароматится, наблюдает за вами. Что нам надо делать теперь с ней? Уничтожать векс с помощью способности ближнего боя, добивающих приема, чтобы собрать процессор для добивать больше процессора. Короче, пошли сейчас опять в наш любимый сектор, только в соло. Потому что мы будем сейчас ковырять мобов в нашем любимом месте. Прекрасный геймплей. Стоп, а тут заряженным или не заряженным надо? Уничтожать векс... Нет. Уничтожайте вексов с помощью способности ближнего боя, добивающих приемов. Добивающих приемов с большей вероятностью принесут процессоры. То есть тут они еще не 100% падают. По одной штуке, по одной штуке. Рандомно. Ей. Ну, добывающий прием вроде гарантированно. Блин, мне тогда нужен автомат какой-то. Что-нибудь послабее, а то они разлетаются. Да, добивающий, наверное, гарантированно. Ага, окей. Блин, главное не в крит. А возьми любую ППшку. Пешку переносить надо, мне лень. Ну, короче, понятно. Так. Да блин. И чё? Ага. Безупречное прохождение поля сражения эпизода «Эхо из шлема». Ну, погнали. И тут случайно так. Текстуру убивает. Ну, нам повезло, самый легкий босс попался. После коллапса большая часть информации об Экзо оказалась утраченной.
И даже до коллапса она тщательно охранялась. Но когда стражи открыли склеп глубокого камня, да ладно, вы серьезно? Мы узнали, что для создания радиоэлектрического с помощью пустотного электрического задания на бис. Кловис Брей звал это ясностью, чтобы скрыть от всех свою находку. Ну, их можно на старте убивать. Люди приходили к нему, чтобы стать экзо. Они бесконечные там? А я не помню. Превращались. Я буду на старте их убивать. Кроликов. Интересно, знает ли дирижер о большой голове? Ну, это, наверное, последнее задание в этом... ладно. На 08, последнее в этом эпизоде, потому что как-то совсем душно. А, интересно, а четвертый этап что будет? Просто пройти еще раз бис на мисс? Ага, на легенде, блин. Мисс смерти. Ай, ну пошли. Пойдем ковырять мобов. Стабилизирующий боеприпаса 312, чтобы быстрее было. Нам нужно вновь попасть в лабораторию Сундареш. С помощью собранных нейроматрицей данных мы сможем определить, для чего Сундареш использует сознание Экзо в сети Вексов. Дирижер пытается обрести контроль над всей Солнечной системой. Она грезит о Золотом Веке. Но что он для нее? Глядя на ее методы, не очень-то верится в ее великодушие. Ну, вначале мобок убил 7%. Она перечеркнет все, чего мы добились после коллапса. Нельзя этого допустить. А, вот еще есть. Мистер Мизерыш. Но они не рецепты заново, походу придется дальше идти. Будто бы я сейчас 10 раз это перезапущу, блин, просто. Серьезно? Ага. Золотом веке. Нам было брать меч с этим. Но что для нее? А сколько процентов у тебя сейчас? Глядя на ее методы, не очень-то верится в ее великодушие. Но она наверняка перечеркнет все, чего мы добились после коллапса. Закончил? Нельзя этого допустить. А, ну... еще немножко есть. Ну, я еще и без этого перка. Ладно, просто от тебя немножко. Капитан, вы принесли лазерное ядро, но оно стреляет не лазерами, оно стреляет кодом. Знаю, звучит как бред, но дослушайте до конца. Попадание по биологической цели распыляет ее на атомы, так как луч невероятно горячий. Совсем как лазер. Но технически это не лазер. Но вот выстрел в откалиброванный под него объектив может отправить вирусный код прямиком в приемник Вексов. Посмотрим, что сообразят фреймы в шлеме. Лазерное ядро куба сияния. Образец выставлен. Давай. Вот сейчас можно уже крафтить эту херню. Ура! Можно. Все, лучевка моя. Крафт, 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 Лара крафт. Ладненько, я сейчас автомат сделаю. Забыл в прошлый раз. Так. Что у нас тут? Трансформация. Автомат. Рама 3. Это берем. Это берем. А это пока не можем. Потому что следующей неделе надо ждать. Окей. Ладно.